Эти все люди пришли на кастинг съемок военного художественного четырехсерийного исторического фильма «Черные бушлаты», съемки которого будут проходить в нашем городе в ноябре-декабре текущего года. Во время кастинга желающие в порядке очереди проходят к члену комиссии по подбору актеров массовых сцен, где фиксируются основные данные претендентов, такие как рост, возраст, размер одежды и основные увлечения. Чтобы не было проблем, чтобы вы знали, что это может быть и во время школьных занятий. Проходите, пожалуйста. И съемки еще могут длиться от часа и до 12 часов. После этого создают краткое портфолио. Мы собираем людей по типажу 41-го года с короткой стрижкой мужчины, с длинными волосами девушки. Дети нужны нам тоже от 7 до 12 лет. Ощущается легкое волнение перед отбором, но в целом каждый уверен в своих силах и готов попробовать себя в съемках фильма. Мы пришли со школы с друзьями, захотели сниматься в фильме. Нам стало очень интересно. Нам говорили, что фильм о войне. Я ожидаю что-то такое вот... Я даже не знаю, чего я ожидаю. Подождите, мне приготовиться. Мне бы очень хотелось бы сняться в фильме. Я вообще очень люблю сцену, очень люблю камеры. Недавно ездила на кастинг «Мисс Восточная Европа 2014», прошла отборочный тур, сейчас жду финал. Это героическое прошлое, все-таки это наша история, и хочется поучаствовать. Я очень, конечно, рада, что я попала на этот кастинг, очень хочу попасть в фильм. Я давно с детства мечтала посниматься в фильмах, мне это очень нравится. Как отметил специалист по подбору актеров Роман Толстенко, для съемок соберут огромное количество натуралистичных деревянных декораций инфраструктуры, несвойственных нашему региону, а также будет проведена масштабная работа по реконструкции исторических событий. Происходит действие фильма в Мурманске, это лето 41-го года. Это начало войны. Наш город выбран, Керчь, не случайно, потому что в Керчи зима, это лето Мурманске, это то, что нам сейчас нужно. Напоминаем, что завтра состоится заключительный день отбора, который продлится с 10 до 17 часов.